Всем привет! С вами Топ 3 Майнерс, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Сегодня мы играем на версии 1.4.2 пререлиз. Как вы узнаете, вот, сегодня мы снимаем 25 октября. Возможно, сегодня мы уже его выложим. И мы сегодня будем подготавливаться к 1.4 версии. Мы уйдем далеко-далеко и начнем новую жизнь. Не хочется? Я уже построил нам рельсовую дорогу в аду. Ну, все потратил. Где-то 3 стака у меня ушло на это. Грибы. Ну, ладно. Мы достроили Макдональдс, кстати. Мы достроили Макдональдс. Ануар моется. А у меня лагает. Лагает. Эпик. Ладно, максимум ФПС. ФПС. Ну, тут похавчик мы сделали красиво. Достроили второй этаж. Только в Макдональдсе картины какие-то странные стоят. А, кстати, где наша работница? Ушла. Позвонили, да? Да потом. Читать не хочу. И я дом Алиханна, как обычно, взорвался. Почему-то всегда именно он взрывается. Ну, мы сложили все по сундукам, как столько смогли. У него есть крутые штаны. О, много крутых штанов у него. Нет. И именно штаны. Я сейчас вернусь. Да. Ладно, мы... Откуда у нас 14 обсидиана? А, я портал сломал точно. Окей. Такс. А, да, он нам понадобится, чтобы сделать другой портал, поэтому я его не зря сломал, там один портал. Чё, все вещи сложим или возьмем с собой? Все вещи давай отложим, да, здесь оставим. Если что, мы сюда вернемся, наверное, в будущем. Ну, я их в Эндерсендук. А? Я их в Эндерсендук положу. Это идея. Только надо побольше обсидиана добыть. Блин. Че бы мне убрать из моего эндерсона? Так. Железо и... Блин, ну где же мне достать обсидиана? А че, без хавчика, без ничего, давай ем? Да, и без эндерсундуков, давай. Че-то. Обычно отложи, чтобы потом там не брать, а там новая жизнь будет. Ну, ты был, допустим, ты был преступником в прошлой жизни, ты в новой жизни будешь тоже всех убивать? Нет, ну окей, я оставлю, потом, если что, переложу их в том, у меня вообще эпик вещи, топор, лопата, зачарован на первый уровень, кирки вообще супер, это тоже супер, ну вообще супер вещи, и не думайте, я не читер. Посмотрите, мочва с крипаками, да, и там мы там докажем, одна ночь и уже 30 левел. Две ночи. Ну или 5 ночей, ну или 100 ночей, ну без разницы. Ну окей, я майнкарт сделал. Хавчик, наверное, возьми там булочек несколько. Или яблочки. Да, я возьму яблочки свои. Так, складываем. Золотые яблочки? Обычные. У меня яблочек нет, я арбузики возьму. Окей. Так, отложим это, отложим. А, нет, уголь не здесь у нас лежит. Так, где у нас уголь? Ага, вот здесь уголь лежит. Отложим все стрелы. Стрела к чему относится? Наверное, все же к тулсу, да. Такс. Отложим. Слушай, пока мы будем ехать, мы выживем. А? Пока мы будем в воду ехать, мы выживем. Не уверен, но постараемся. Я снял броню. Обсидиан, ну, еще нужна зажигалка. У меня есть один флинт и один железо. Одно железо, да. А она еще 5 взять. Такс. Крафтим. Так, есть огниво и последняя вагонетка. Подожди. Я арбузы как-то соберу. Окей, вагонеточка у нас есть. Давай весь урожай напоследок соберем, да? Ну я уже собирал. Все, вот эти вещи нам понадобятся. Все, пошли. А теперь чуть выше, пом-пом. А теперь потише, пом-пом-пом. Ладно, давай. Я арбузики собираю. Я вошел. А где мне арбузики? Да нафиг это собирать, мы бетон соберем. Мне что зависло? Пошара. Ох, ну сервакчик вот он. Все. Я тебя жду, давай. Быстрее, падла, тут газ ты! Отбивай их шарики. И у меня подлагивает. Эпик. Отбивай их шарики мега кулачком.
Ну, наверное, нормально поиграем пока что. Все. Быстрее, Нуар, нафиг тебе тут урожай? Ну, зачем его собирать? Подумай сам. Я только арбузики собираю. Зачем тебе эти нафиг арбузики? Ну ладно, вот последний этот. Жирный, блин, давай. Хватит объедаться арбузами. Найдем свиней, побьем их. Ну вот тут свинья стоит. Ну, правда, это не очень свинья, но... Ну, похоже хотя бы на свинью немножко. Чё смотришь, а? Это ты с мечом. Чё, крутой, да? Паразан? Есть один на один? Есть? Есть один на один? Это ты есть? 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 Крутой, да? Не советую. Чё, крутая, да? Это ты. Ещё в огонь толкну, да? Офигел? О, гори, вот, давай. Туда, вниз, вниз. Нет, нет, куда ты уходишь? Ну ладно. Сейчас тебя телепортирую, Ануар. Вот как. А, все, побежали. Нажми. Ты руками двигаешь. Ладно, я нажму W и поеду сам. О, погнала! Все, мы едем. Теперь можно ехать? Че? Да, было теперь можно ехать? Да. Ну, дорога вышла не очень такая длинная. И что-то у меня капец подлагивает. Такс. А! Ох, успел. Подлагивает жестоко. А, я ударился об что-то. Какой красивый мир. О, здрасте. Краснотрусовы. О, ну вот, мы и подъехали уже. Все, я разламываю свою тупую вагонетку. Ломайся, хер. Ага, все, он сломался. Кирку взял? Кирку взял? Нет. Ладно, придется делать все вручную. Так, ни малейшей ошибки, а то придется пипец. Где ты? Все. Подожди. У меня сколько стаков арбузов? 6 стаков арбузов и 47. Ай, я сразу подпуху. Бежим, бежим, быстро, быстро, залазь! Ох, какая же у нас будет новая жизнь, я не знаю. Ну, он генерируется, конечно. Блин, нервы на пределе. Так, вот бы только не в пещере. И не, до, не над океаном. А, привет. Нет! А, ну хотя бы дерево. Ну ладно, выбираться мы отсюда будем уже в следующей части. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ты куда делся? А, всем пока.